Что, с этой недели, да, действует кулинарка за ИП? Или ИП за кулинарку? Меня кинули. Ты хил? Ты хил, у тебя 31 тысяча хп и 7 тысяч мп. Ча глаза протру, погоди. Тускоглазая. Нет, что-то у тебя до сих пор 31 тысяча. Я камеру отдалил, Слава. Если что, я за искрами послежу. На пула нет у нас, да? Ой, мне плохо что-то. Переела. С ромбика искра идет. Сейчас нас поднимет все равно, не сыкуй. Ну да, как обычно, я привыкла. Идите в ромбик все. Чтоб он боком к ромбику стоял. Из этого, из кружка идет искра. Давайте я разворачиваю почти. Идите в кружок. Что эта искра дает? Мне надо? Теперь еще из трусов появилось. Блять, куда мне его везти? А, вы разбили там все. А, не успеет, да? А, он все, он уже взлетел. Да он тонкий вообще.
На которой летуны, короче. Думаю, тебе рыдать. Кстати, тем, которые летают, я могу, короче, их там бить. Он же мне урон наносит. На драконах надо делать, если же, блядь, у меня по кнопке было отзывать. Не умереть. Я сейчас был до кого-то, и все. Один остался. Заебись, блядь. А я щит прожал, сука. Но он мне написал, типа, Малигас уставился на вас, я щит прожал, а потом из края-то появилось еще. А у меня их поймало было. Я увидел, что вот эта искра появилась, начал отлетать и упал. А, вот сейчас вылетает. Да. И летит искра, отлетайте. Все, уже не видно вас.
Я так понял, типа два раза единичку, потом двоечку и щит прожимать, если тебя искали. Все тактика, да? Три раза единица, а потом двойка. Я, короче, нажал хилку вместо того, чтобы нажать. Искали тебя. Цели не увидел, по кому играть. Поэтому сдох. Так. У нее анимация ебанутая. Ебать, а ты нахуй. Помирай, давай. Смотрите, тут, блядь, толпа долбоёбов аликовских собрались. Муравьи ёбаные бегают, блядь. Заходите сразу. Я ещё сегодня после суток пришёл. Ну, на сутках поспал, сейчас что-то не спал, и тяжело как-то. Чё вот как зайти? Ну, вы призраками? Да. Ну, верхний портал. О, да. Сейчас тоже без Геры будем. На искру там дадите Геру. В принципе, мы и без Геры заебись. У нас вон дома Геры, блядь. Не то что по 2к вон. Хуярят по 8к, что ты не ешь? Маму подслушала. Сейчас каски будут, погоди. Мне бы, конечно, и по 5. Так 3 паладина. По-любому дадут. Мне бы тоже МП-5. Ты кидай МП-5, панку какие-то Гариус каски. Чё вы паритесь? Да Гариус на нас кидает танковскую штуку. Давайте, давайте, ребята, раздупляйтесь. Привет. Я молодец. Чё, падаем? Пока рыба не пропала.
под мордой стояли зачем? Так я что-то тупанула. Ну конечно. Самая профитная рыба, что я видел, блядь. Две десятки кормит. Так, кто каски за меня бафал? Мне МП5 вот. Раскидывать? Настенька, раскидывай МП5. Вообще я изначально каски раскидывал. Каски протопал. Так, полипауэр скачайте и потом что-то говорите. Не знаю, никакого полипауэра. Просто давай кресты и все. Я скачала его, и тебе только одну кнопку жму, и... А вы, гады, еще каски за меня кидаете. Ладно, все. Не, ну если у тебя хочется каски кидать, то ты просто тому, кто каски кидает, скажи, чтобы он кресты кидал. Но они у него не прокачаны, я так понимаю. Ну, у меня тоже не прокачаны. У меня кулак прокачан. Значит, Дениса сейчас в ретрик, в хэпала будем спекать, короче. Как вы пришли к такому выводу? Ну, чтоб ты прокачал кресты и бафал. Так. Давайте, готовьтесь. Ставь его сразу, где он летит. Иди, иди к треугольнику уже. И подворачивай. Вот, вот прям сейчас таунти, нажимай всю хуйню. Чё, где стоять? А, всё, надо. Да сбоку стой, всё. Мне больше нравится перед лицом, как сейчас было стоять. Вы что делаете? Да потому что, блядь, вы вливаетесь сразу нахуй с пула, блядь. Не даете нам набрать агро, блядь. На пула-то нету нихуя. Блин, гой, чё? Искра из печеньки летит, смотрите. Он уже поднялся. Тает. Кого хилить? Так. Искру видите в кружке? Давайте Геручу. Из трусов искра летит. Пока стоим на лужу. Ретрик, готовься перебежать, если что, станды. Закончится лужа, сюда бегите. Да, отводи, отводи еще. Бегите к трусам, давайте. А вот мне обязательно бегать? В эту лужу вставай. Тебе пофиг на лужу. Из ромбика летит искра. Ну, сейчас из этого, из желтого. Взлетка, мы просто взлетку перейдем. Где из крана? Да стаунтить ее. Сейчас. Вижу. Ну вон где эта звездочка желтая. Вообще, блядь. Не звездочка, а желтый ромбик. Вот искра. Поднимай его. На, бэр. Он схавал ее, что ли? Его не прохилили, я МП отнесу. Давай бам, поднимай его. Ромбит, искра. Дал лапку, рис. А, уже вот все. Все, мобов хуярим. Вс,
все, на драконах я молчу. Ну сейчас что-то мы похуже, короче, запиздили его. Да похуй, давайте за 2 минуты встретим его. На драконах молчу, сами там дрочитесь, учитесь. Я думаю, разберетесь. Вот этих вот внизу, которые весь рейд, убейте быстрее. Надо миликом, чтобы они дамаг начинали вносить по верху. Стоим до упора, пусть это здесь. С купола вышло, что ли? Честно, не знаю. Что у нас Кадыров упал? Да, ничего. Нормально, 5 минут бьюса. Вот давайте за звездочку сюда на край отошли кольца. Все, короче, говорите сами. Я буду говорить. Станьте все звезду, ровник. Искра. Уворачивайтесь.
звезду, ребят. Я пока не могу прочитать это заклинание. Звезду. Я одаренная, я. Минуту пытаетесь, дай мне секунду. Искра. Сказать, блять, мы дар вам, что щиты не прожимаем, что Сумались. Надпись уставился на вас, у вас есть желтым по центру экрана, есть, нет, давайте замечайте как-то эту надпись, сфокусируйтесь, эту хуету убивать надо за 10 минут, расходиться. Что-то тебе какую-то фласку на хп, что ли, надо выпить, чтобы ты не падал в стычке. Я был сломан, а потом еще собака не мог. Это, а чё, ты полетел в город, да? Да, смотри, я починился. Пошли к камню, самонём, на выход. Так там лок есть. Кто есть? Лок. Лок-дарк. А, точно. Лок пошел самонить. Забыл. Не, он... Заходи сюда, Лок, тогда. Чё, я затупил. Все хорошо, только вот минус 3 не будет. А ты дамажишь, да? Да, я дамажу. Ну, что-то мне кажется, если от искры нормально отлетать, тебе там вообще нихер делать будет. Щит только прохиливать, а щит только одного бьет. Я не могу из всех выбрать того, кого сейчас бьет. В этом проблема. Только это... у кого поменьше хп вижу и все. А как ты смотришь? У тебя, ну, какой аддон? Какой аддон? Я просто так жмакаю. Ну ты красава, конечно. Вуду просто наводишь, и там плашки, у них хп меняется. Хилишь через вуд. Вуду больная тема. Ладно. Я так похилю, все норм. Где Блэк? Вырубите ауру коня. Это я, чтобы летать быстрее. Давай, шкафируй. Беса призывает подлина. Давай, шкаф!
кто пожрал там. Беса, кстати, заебись, сейчас в Кадыров не сдох. Пожрал там, тыкать в шкаф. Может, на Кадырова СС дать? Да, не знаю. Сейчас придет, забафимся, 21к будет, нормально. Не этот, туалет поставь оттуда, это огурцов возьмет. Как раз. А что он сорвался на меня, автоатака убил, когда спустился? Ты смотри, ты пристопни, покури, времени, ну, до хера хватает, лучше без смертей, без вот этих БРы пустоту не отдавать. Лучше нормально убить. Сейчас нас будет 10 живых драконов на третьей, ну, убьем. Хватит уже. Надо еще конкурс устроить, блять. Чё-то я там так 43. Присягните на верность мне, и может быть я не уничтожу вас за вашу наглость. Смотри, вот. Вот смотри, вот он этот, смотри вот на звездочку, вот он, допустим, висит у кружка, ты вот так вот встаешь уже и смотришь, как он летит, нажимаешь на него, он у тебя в таргете, и уже хуяришь, допустим, я хуярю на единичку там таунт и друг. Так я так и делаю. Да, вот ты не допускай ему, чтобы он проходил до центра. Главное, вот как он летит, ты еще в воздухе начинай в него эту хуйню спамить. Запускаю, вот сейчас встанем возле треугольника. Да, нормально. Во, заебись. Кружка. Сейчас взлетка будет. Искра из печеньки летит, если чё. Как раз он боком стоит в печеньке. Сейчас неизвестно, как будет. Но нормально. К печеньке идем. К печеньке. Давайте Геру хули, да, вот заебись. Так, где она? Из трусовой скра летит. Да, на противоположность. Да, пристабаб, прожми крест. Ну как раз, получается, напротив вас. Угу. Смотрите, подводи туда ближе к шкафу дракона. Чё, я начинаю? На эту сторону. На, отводить его. Искра в треугольник. Перебегайте. Вот в лужу вставайте, бейте. Скоро взлетка, 10%. Я пока не могу прочитать это заклинание. Искра из этого, из звездочки летит. Да, уже помню. Может, успеть. А, все, он взлетел. А нет, нихуя не взлетел. Смотри, если я прожимаю жертву вот на вот этой стадии и... К звезде идем, к звезде. Он же на меня уходит, правильно? Потом. Сейчас, погоди. В лужу и все, и хуярим. Он еще взлетать будет с 3%. Подведи поближе, достаете вы отсюда? Я просто нихуя не пойму, действует это, блядь, вообще клятва. Потом... Что ты, падение? Нет, падения нет. Падение не должно быть. Или ты про то, что. Или то, что он в нас дышит. Не пойму. Я вообще нихуя не пойму, я спать хочу.
Кинеманы, девочки. Так, я святую клятву заюзала, так что если вы будете подыхать, я вас не спасу. Бежим, бежим, бежим. А у вас там? Ладно. Я пью его. В этом стоим. Зажмите сюда, центр. Все, он перебегает. За треугольник. Бегу, бегу. Вот и ваши благодетели появились. Но слишком поздно. Сил находящихся здесь. Хватит, чтобы разрушить это. Звезду. Это заклинание еще не готово. Недостаточно энергии. Я пока не могу прочитать это заклинание. Ну ты чё, блядь? Привет, ребят. Есть место на окна? Мы заняты. Слетели. Звезду. Я в звезде, понимаешь? Где? Блин, из-за тебя никто поражал. Ой, быстрее, быстрее, стаки. Хиль меня, хиль меня, хиль меня, хиль меня, хиль меня, я прожила. Звезда, звезда, отбегаю. Отходим, отходим. Там искра прилетела. Прилетела. Искра летит, смотрите. Я пока не могу прочитать это заклинание. Блять, остаков нету, сука. Все пизда. Искра, искра, отбежали. Звездочку, все в кучку. Три минуты вы успеваете? Подхинь меня, Слава. Летите. Подхини меня. Малекус уставился на вас. Сейчас. О-хо-хо. Я не прожила. Ну я старалась. Так, еще 2 минуты, вы успеете, я верю в вас.
Подождите. Летите. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Сколько там выберется? Вы добили уже. Невероятно! У-ху! Смертный разрушат! А кто меня резать будет? Денис. Блять, а как сделать? А, ща, погоди. Вставать надо или нет? Да, мне показывают, что только 3 человека получили 30 ОД. Чё там, крит, меткость, палец... Чё ещё упало? И древковая чёрный лёд. О-о-о. Чёрный лёд? Это что, на кого? Кота. Там мне. Я кота не собираю. Ну, трансмутный это надо. Ну что, он красивый, да? Да, он представляет. Очень красивый. Возьми себе на всякий случай. Я заберу. Да я тоже хочу. А что-нибудь на меня упало? Чего еще упало-то? А где вы смотрите? А, кстати, извините, я сейчас перебью, да, просто заметочка. Смотрите, я стакал не по 2, да, а по... Ой, не по 3 стакал, а по 2 стакал. И просто вот, ну, сравниваю с остальными, получается, да, ну и вроде как больше профита получается. Ну да, ты можешь щит поражать успеешь, потому что по 2 всегда стакал. Просто вот по 2, ой, по 3 я вообще не успевал, типа, ну, Unreal. Ну да. Я по 5 стакал. Ну, а не, что за что? За хил, кстати, вообще, типа, я вообще не могу хилить на драконах. Это жесть какой-то для меня. Ну, лучше, я же справилась. Ты молодец. Тоже не пойму. Где лут? Где мой дракон? Где мой черный лед? А то мы как дурачки летаем из этого большого дракона. А что такое сердце магия, а? Войт убежал. У Дениса лут. Это был я, кстати, вкус. Ой, я ролю, слышь. Роу. Хоп, 7-6. Я проиграл. Вообще, коту отдайте, он так выиграл. 50 косарей на аукционе, последняя цена. Да, да похуй. Коту все равно надо. Локу очень надо. Отдайте коту, блядь. Только если он оденет, если продаст, то локу. Теперь как обмен да. Токен человеку? Да ну, блин, не так, кинешь. Вообще, кинь его, дай мне. Я надену, блядь. Что там еще ролит? Что, да, ролит. Вайс-роу. Чё там? 6! Глаза мои не видели. А где ты внутри, что ли, стоишь? Ну, надел. А где ты вообще? Где тебе обмен дать? Уже начали обмен. Так, а где ты? Я в инста. Пойму, что у тебя там происходит? Ты в общаге живешь? С некультурными людьми? Чур, если Орду увидим, Альянс увидим, будем бить их. Так на кого вы лут скинули-то? Сама не в курсе. Бам, релогаемся. Все, кидал. На тебе что? Это, давайте там десятки расходитесь, плюсуйте на ивент. Смертельный заезд сейчас будет.